Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! Сегодня приготовим салат из свеклы с черносливом и грецкими орехами. Это вкусный праздничный салат. Готовить его легко и просто. Также этот салат смело можно рекомендовать сторонникам правильного питания. Ингредиенты для приготовления салата вы сейчас видите у себя на экране. Для приготовления этого салата в первую очередь необходимо свеклу отварить, либо же запечь в духовке или микроволновке. Чернослив заливаем кипятком и даем постоять 10-15 минут. А тем временем займемся грецкими орехами. Грецкие орехи необходимо поджарить, чтобы они были более ароматными и вкусными. На сухую разогретую сковородку отправляем грецкие орехи и, помешивая, обжариваем их, пока они не подрумянятся. Затем даем орехам остыть и измельчаем их ножом, либо же руками. Чем хорошо еще обжаривать орехи, у них уходит лишняя шелуха. Чернослив отправляем на сито, чтобы ушла лишняя жидкость. Далее чернослив нарезаем небольшими кусочками. Чернослив для этого салата нужно использовать без косточек. Итак, чернослив мы подготовили, а теперь натираем свеклу на крупной терке. Все ингредиенты мы подготовили, смешиваем их в глубокой миске. Отправляем в миску натертую на крупной терке свеклу, чернослив. Отправляем сюда орехи, добавляем измельченный чеснок, солим салат по вкусу, а теперь все перемешиваем. Заправляем салат майонезом, рекомендую использовать домашний, либо же можно заменить его на сметану. Ну что ж, друзья, салат наш готов. Перед подачей сверху можно посыпать натертым на мелкой терке твердым сыром, либо же можно украсить кусочками чернослива, либо кусочками грецкого ореха. Это простой в приготовлении и в то же время очень вкусный салат. Его можно готовить как на каждый день, так и на праздник. Желаю вам приятного аппетита и легкого процесса приготовления. Всем пока!